Новые правила проведения единого государственного экзамена ждут мурманских старшеклассников уже в этом году. Еще больший упор сделан на обеспечение информационной безопасности. Так, количество пунктов, где будет установлено онлайн-наблюдение, увеличится с 57% до 80%. Кроме того, экзамен по математике с этого года разделен на два типа – базовый и профильный. Также вводится устная часть по иностранным языкам. Без нее можно будет получить только 80 баллов. И главное, основной экзаменационный период перенесен с июля на июнь, а второй волны не будет вовсе. В этом году, в прошлом году и в прошлые годы мы сдавали, когда экзамены, мы выбирали экзамен до 1 марта. В этом году до 1 февраля, и с этим должны выпускники определиться. Мы всем рекомендуем выбирать максимально большее количество экзаменов, потому что лучше отказаться от экзамена, поскольку внести дополнительный экзамен всегда сложнее.